именно сегодняшний месячник, он дает, не дает, вернее, дает старт подготовки к 70-летию. То есть это сегодня отличительная черта, и сегодня каждый школьник, каждый студент, по большому счету, он должен пересмотреть историю своей семьи. И только тогда, когда мы это пройдем через душу и через сердце, когда он поймет, что его семья тоже самая, она участвовала в Великой Отечественной войне, вот тогда это будет самый главный результат нашей совместной деятельности.